Уважаемые работники правоохранительных органов, вот квиточек, вот фактура. Чистый состав, 159-я, часть 4-я. Почему-то во всей России моментально возбуждается, а у нас не слышит и не видит. Уже, наверное, месяца 3 мы пороги обиваем. И доказательства я в прокуратуру давал, ни ответа, ни привета, ни разу не опрошен. И вот эти все доказательства, где вы есть? Мы хотим, что если сами не справитесь, если ребята в отделе внутренних дел в чем-то знания не имеют, передайте, пожалуйста, коль такой резонанс для нашего маленького городка имеет эта ситуация с застройщиком ЗАО «Петроинвест», передайте в Следственный комитет хотя бы для рассмотрения. Благо, вам ходить далеко не придется, а подняться только на второй этаж. Я думаю, что там моментально возбудят уголовное дело, сделав только один запрос, который делается дня два. И остановится вывод теневых квартир и вывод средств вот с этих банковских счетов, куда мимо нашей кассы летят денежки дольщиков. Деньги на достройку есть. Вот они. Спасибо. Мы стоим на пикете, пытаемся добиться того, чтобы наши власти обратили внимание на нашу веру. Но они как бы обращают внимание, а почему-то не заводят на руках, не имеет места быть. Пытаемся как-то добиться, чтобы наш дом расстроился, чтобы мы въехали в свое жилье, уже не выносили там жить. Жить на съемах, жить не платя ипотеку. Люди страдают, люди переживают. Вложены последние деньги, или больше. Пытаемся как-то достучаться. Скажите, администрация вам как-нибудь помогает? Ну, администрация идет нам навстречу, они пытаются найти какие-то пути решения, но пока что это только все на словах, действия, пока мы дошли как аппарат. Мы доведены до крайности. Нам нужны конкретные действия, решения нашей проблемы. Нам не нужен недостроенный дом. Мы не хотим остаться на улице. Мы хотим свои квартиры, за которые мы выдали последние деньги, которые у нас были. Пожалуйста, помогите нам и накажите преступников, которые обворовали нас самым наглым образом. Выход только один. Возбуждение уголовного дела по аналогу то, что делается в России. И так, чтобы прокурорский работник вышел в суд и в рамках этого дела арестовал остатки и прекратил вывод теневых квартир. И вывод наших средств, как со счетов, фактически. Да, вот мы хотим квартиры получить. Надо вот ребенок уже спит тут. У нас вообще семья, у нас два мальчика и две девочки. Девочки у нас у бабушки. У нас 6 человек семья. Вот все предлагают там скинуться. Ну, через 15 лет, может, мы скинемся этому хориуму. А пока у нас денег, к сожалению, нету. Все, взяли. Правда? Устраивается. Да, Хорева посадят и его команду на скамью подсудимых. А есть вероятность, что каждый инженер даже сядет. Я думаю, мы многое узнаем, почему так ведут себя и правоохранительные органы, предполагаем, и органы власти. Я с ними, с флешками, прихожу в прокуратуру, пишу заявление, чтобы приняли. Прихожу, интересуюсь, чтобы меня опросили, свели с прокурорским работником, который проводит проверку. Реакция ноль. В каждом листочке вот здесь отдельная, так сказать, отдельный эпизод преступной деятельности, которая отдельно рассматривается, это 159-я, часть 4-я, мошенничество. И еще ряд сопутствующих статей. Нас никто не видит и не слышит. Везде возбуждаются уголовные дела застройщики, как в Саратове, как в других регионах, сажаются. А у нас спокойно продаются квартиры левые, продолжают. И спокойно застройщик перекидывает в различные банки деньги и уводит их. Никто не может прекратить это. Гражданские адвокаты бессильны.
в рамках уголовного права прокурорский работник, который обязан тут же остановить все сделки, провести проверку, если что-то незаконно выведено, обратить обратно дольщикам, его просто нету. Генеральный прокурор. А вышестоящий. Мы обращались, серия заявлений по этим ситуациям, с описанием их, с конкретными фактами. Мы писали и в Генеральную прокуратуру, все скатывалось вниз, опять сюда. Где наши заявления? Ответа я не получал. Подавал трижды. Один раз в прокуратуру, это доказательство, список левых квартир и тех, кто может дать показания, и аудиозаписи. Второй раз в отдел внутренних дел, где у меня это все было изъято. Третий раз в отдел внутренних дел, о чем имеется квиточек на обратной стороне. Как не возбуждено уголовное дело, так и не возбуждено. Никто мне ответа не дал, почему выводится имущество, почему вору, который путем мошенничества завладел денежными средствами нашими, который не выполнил свои обязательства, который квартиры наши, вернее, наш ресурс спрятал. Почему его деятельность не остановлена? Почему он продолжает нас обворовывать? Почему не проводится проверка? Я не знаю, у меня вот ассоциация такая есть. По законам на 90-е, даже 90-е не назовешь, когда можно было обратиться к бандиту, какая-то такая аналогичная ситуация, его прикуют батареи, тихо, мирно, без полиции, на улице все хорошо, и он приводит своего нотариуса и отписывает то, что украл. Или же свое имущество, или как-то другим образом отработает, или родственника. Нас на это толкают. В суде первое право, вот, которое вот регулирует отношения вот, на Руси, это сам один из первых судебников, он и то больше нас защищал. К чему мы сейчас пришли? Да нет, вроде есть у нас законы, и в России возбуждаются по аналогичным фактам уголовные дела. Почему у нас в Кингисеппе нет? Почему? Где представители мэрии для нашей? Я не знаю, где они. Есть кто-нибудь из мэрии представители? Так не будет, на заявке. Смысл один. Нести ясность, где наши ответы, где уголовные дела.